О пользе органических удобрений твердят сплошь и рядом, но особенно хорошо, когда органическое удобрение можно достать бесплатно. Сегодня мы поговорим о замечательном органическом удобрении, которое в состоянии найти каждый садовод. Это осенняя листва. Осенняя листва уже сама по себе богата огромным количеством полезных для нашей почвы веществ, но если знать, что делать, листья станут ценнейшим удобрением, от которого колоссально увеличится урожайность. Предлагаем вашему вниманию несколько действенных способов. Способ первый с использованием кипятка. Соберите опавшую листву в большие пакеты или другую удобную для вас тару, утрамбовывайте плотно каждый лиственный слой, прогревайте слои горячей водой и добавляйте в грунт. Оставьте тару с листьями вместе с повышенной влажностью на неделю, а потом туго закройте. Второй способ – добавление мочевины. Также собираем листья в тару, плотно утрамбовывая, но теперь поливаем полученную массу раствором мочевины, полкило мочевины на ведро воды. Мочевина будет служить катализатором процесса разложения, и заветный компост будет готов намного быстрее, чем при естественном процессе гниения. Третий способ – добавление отходов. Принцип заготовки листьев вы уже поняли, меняется лишь добавочный компонент. Добавьте в утрамбовочную кучу органические остатки, пищевые отходы или птичий помет, периодически помешивая содержимое, тем самым добавляя приток воздуха. Надеемся, что представленные способы помогут вам при выращивании богатого урожая.